Луганск, 28 августа, РИА Новости. Курсант военной академии в Одессе и мобилизованные призывники совершили побег, чтобы перейти на сторону ЛНР, сообщила на пресс-конференции в Луганске Евгения Любенко, руководитель пресс-центра МГБ ЛНР. Только за один день на сторону ЛНР перешло 6 военнослужащих, заявила Любенко. По ее словам, курсант военной академии города Одессы Артем Молчанов, вместе со своими товарищами, выходцами из Донбасса, после совместных учений с призывниками 6-й мобилизации, спланировали и организовали побег, чтобы перейти на сторону ЛНР. Сам Молчанов, присутствовавший на пресс-конференции, заявил, что не хотел, чтобы его призвали в зону АТО, так как не собирался стрелять по своей семье, поэтому и совершил побег. Перешел на сторону ЛНР и старшина пограничной службы Украины Сергей Сергеев, обвинив свое командование в многочисленных бесчинствах и мародерстве, подчеркнула Любенко. Сообщается, что все военнослужащие выразили желание служить в рядах армии ЛНР. Власти Украины начали в апреле прошлого года в Донбассе силовую операцию против недовольных госпереворотом жителей региона. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября прошлого года приняла уже 3 документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.